будь крайне осторожен и знай, что Орден наблюдает за тобой. Я клянусь, в тот момент я почувствовал что-то очень странное. Что это было? Боюсь, я ничего не видел. Можешь описать, что произошло? Орден псиджиков? Это точно? И опасность пси... Наверное, вот теперь, пожалуйста, осторожнее. Боюсь, немного. Его назвали Кл... Говорят, они любили ритуал, чтобы он всегда... Пожалуй, не самое светлое пятно в... Мне... Конечно, тебе под... С его... Мне хватит даже одной чешуйки, чтобы закончить исследование. Не имею ни малейшего... Остров Ар... Но теперь... Как минимум, это можно считать комплиментом. Пси... Больше мне нечем у тебя учить. Там никого нет. Подобного в нордских руинах. Ты только посмотри на эти гробы. Тут нужен более внимательный осмотр. Я останусь и все тут изучу. А вот тебе стоит пойти дальше. Попробуй найти что-то связанное с твоим видением. И будь осторожнее. Вдруг тут и правда опасно. Ступай вперед. Я скоро тебя догоню.
тебя догнал. Ничего себе! Только посмотрите! Никогда не думал, что мы найдем что-то подобное. Почему мы нашли это так глубоко в Саартаке? Что это было? Совершенно уникально. Нужно быть готов. Понятия не имею. Лучше мне остаться здесь. Можешь вернуться в коллегию и сообщить Саву Суарину об этой находке? Поспеши, пожалуйста. Нужно быть готовыми защищаться.
Пус, руда! Говорят, стража рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то такое. Они обосновались в старом форте воздуха. Не секрет, что репутат. Только не говори мне, что кого-то из учеников опять испепелили. У меня и так... А, понятно. Спасибо. Толов, поскольку он сейчас за... Поговори с... И ты молодец. Вот, держи. Если еще соберешься. Лично? Нет. Но это было очень и очень давно. Еще до того, как все члены Ордена были отозваны на остров Артеум, который затем бесследно исчез. Ты находишь... Если ты нарушишь порядок в Арканиуме... А теперь, чем могу быть полезен? Я знаю, что тебе... Можешь даже не спрашивать. Говорю же, кажется, в одной из них были св... Не настолько... Хотя, похоже, теперь тебе придется с этим разоб... Он был учен... Когда они ушли, он убежал за ними... Украл материалы и книги из коллегии. Видимо, чтобы выставить... Если тебя тянет на приключения... А! Ну, тогда в другой раз. Если тебя тянет на... Ну, хорошо. Вот, я записал тебе место, в котором, по слухам, находится книга. Сходи туда, но будь Маг хорош. Мы собираем нашу библиотеку со второй эры. С годами книги появлялись и исчезали, но в по правде говоря, очень... Он с тем, говорят, недавно всплыл еще один...
Только прошу тебя, не забудь помыть руки, прежде чем что-то трогать, хорошо? Ладно. Эй, ты! Ты недавно из Саартала, да? Мне стало известно, что вы... Мне это уже известно. Толвдир еще в Саартале, да? Я буду ждать в пол. Знать такие вещи — моя работа. Я советник Архимага, поэтому мне пристало знать все последние новости. Спасибо за помощь. Можешь идти. Я думаю о множестве важных...
твоя кровь сольется. Для мордашка? Там никого нет. Не говори со мной, мясо. Не говори со мной, мясо. Не говори со мной, мясо. Есть,
Так вот, кто вломился в... Приятно познакомиться. Так ты из... Приходишь сюда, убиваешь... Ты мне... Хорошо, тогда ты вовсе не уйдешь отсюда. Оставьте меня в покое. Куда я не пойду? Идите отсюда, пока я вам не наваляла. У нее нет шрама. А? Что? Что тебе нужно? Мы ищем одну женщину, немец. Скорее всего, она скрывается в Вайтране. Но мы проверяем и другие места, что... Мы аж... Иди своей дорогой, пока твой язык не довел тебя до беды. Что это? Да.
Я слушаю. На! Если нужна лошадь, поговори с моим папашей Скульваром. У меня самые резвые... Думаю, да. Одна стоит... Договорились. Вон та с седлом. Быть сбежал.
сбежал. Зачем ты это делаешь? Хочешь поговорить со старой женщиной? М? Сделать свое доброе дело на сегодня. Меня только не трогайте. Если хочешь... Да. Я выковала меч. Слушай, тебе не трудно отнести... Спасибо. Если что понадобится, загляни в магазин. Что же теперь будет? Осторожнее! Олфрид, покровитель великого клана сынов битвы. Сделайте что-то! Серые гривы или сыны битвы? Тогда я рад встрече. Как только тебя увидел, я сразу понял, что ты с нами. Во имя богов, нет! Что это ты делаешь, а? Помогите кто-нибудь! Вставайся или умри! Во имя Исмира, что ты творишь?
Я ставлю громить. Ты позор собственного рода. Ярл назначил меня твоим Хускарлом. Для меня... Ну что ж, идем. Здесь нет никакой иной власти, кроме я Ярла. Я хоть и простая прислуга. Не забывай этого. Скайрим для нордов. Ищешь моего мужа Назима? Спасибо. Боль уже проходит. Говори, эльф. Что же теперь будет?
великие боги! Неужели? Помогите! Я! Лучше пойду. Помогите! Помогите кто-нибудь! Добро пожаловать, дитя. В какой-то мере. Потом, со временем, скорее бы закончились эти битвы. Да, благослови. В конце концов, именно это храм последует. Конечно, к востоку. Наше дерево, даже одно из имен его, Злато-древо. Я думаю, но даже если ты доберешься до великого древа, если ты хочешь, тебе придет. Оно называется крапива. Твой дух. Это оружие хранится в логове ворожей у одинокой скалы. Тебе здесь не рады. Помогите! Помогите! Заплакать, а?